спасибо. Наступна пісня називається «Чого мені бракує». Олесь, так ми коли граємо? Третім. А? Третім. Після них другий, а потім ми третій. Чого мені бракує, тим я завжди пишаюсь, отримати напевно, лише намагаюсь, отримати напевно. Перетворив на свято, що те ні пересвари, свята про нескінченні зеленого узбаку, свята про нескінченні. Назвав її найкраща, вона йшла до горла. Тихенько не буває, коли я пригадаю, як хочеться у Київ, і друзів забувають, часом передзвонити. Я сам телефоную, тримаю міцно вуха, слова я їх цілую. Я сам телефоную. Подивіться, гітару. Ні, следующий. Подивіться, гітару.
їх нічного язики. Ну ждет меня, хотя поношен я зачитан и надвинен. Спасибо. А мне кажется, с голосом что-то... Доктор. Настройкой. Может, много ревербератора? Или чуть потише, я буду чуть поближе петь. Раз, 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 раз. Раз, раз. Не, нормально, нормально чувствую. Слова не разобрать, мне кажется, какой-то, какая-то вата. Все у вас в мониторе, нормально тут чуты. Тут нормально. А, да? Да. Давайте, доктор. Хорошо. Спасибо. Дальнюю.
Выключите мне гитару, пожалуйста. Нажмите на паузу. Можно мою гитару поднять в мониторах? Я ее не слышу. И убрать у меня... Отключаю. А мне больше не будет твоей? Ну, я же спрашивал. Ты застрелился. Отключаю. Российскому. У него другого. Герой попередньої пісні застрелився. Умикайте дев'яту. Мне хочется успеть расставить ноты по местам, цветком заиндиветь. Ты не узнаешь в нем меня, мой запах не поймешь. Я засыхаю для тебя, и неправде вторит ложь. Незаметно в доме осталось тень от красоты. Я маленький росток, кого взлелеял ты? Старый друг.
паузу. Пауза, можно, пауза, можно? Просто таким галопом никогда не приходилось играть еще, как это было. А слышно нормально по балансу в двух зале? Да. Спасибо большое. Леша стихи пишет, может вам стих рассказать? Последний пишет. Да, у нас так и есть. Леша, расскажешь стишок короткий? Нет. Не расскажешь стих, Лёша? Попросите Лёшу стих рассказать. Лёша, стишок! Лёша, давай стих! Дайте Лёше пиво. А, ну на телефон. Телефон дали. Ну ладно. У меня просто есть, у меня есть стихопесня, но она долгая. Дым в уме, в костях ломота, дни ползут, года летят. Ты все ждешь, как ждал чего-то, 100 зарплат тому назад. Глохнут свежие порывы, и нашептывает лень. Солнце встанет, будем живы, будет ночь и будет день. Поработал, выпил чая, и злоба за куль принес. И опять в тиши скучая, задаешь себе вопрос, как бы так назло помехам ввысь подбросить жизни мяч, вынуть огурец успеха из рассола неудач. Сделай над собой усилие, шуби-дуби-дуби-ду, и купайся в изобилии, отыскав свою звезду. Сделай над собой усилие, ша-ла-ла-ла-ла-ла, а не то, куда унылее, с каждым днем пойдут дела. Там есть еще второй куплет. Спасибо большое, что я сделал на вопросы. Давайте нам девятку. Возможно, огонек угас, возможно, он во тьме не виден, туман с годами утал нас, друг друга стали ненавидеть. Концептуальний початок сьогоднішнього движу. Подякуємо дуету, тому що двоє.
Продовжуємо романтичний вечір і запрошуємо на сцену наступний колектив. Вітаємо БДСМ. Кстати, меня спросили, что значит БДСМ, меня спросили. А ты, наверное, объясни. Да. Спасибо.